Зайкин кораблик. Построил Ванечка кораблик, а капитаном сделал своего любимого плюшевого зайчика. Подул попутный ветер, и поплыл кораблик по реке. Плывет кораблик, ветер паруса раздувает. Подлетела к кораблику птичка и пропела: «Капитан, капитан, возьми меня с собой. Я издалека лечу, у меня крылышки устали. Пусти меня отдохнуть». «Садись», — говорит капитан Зайка, «вдвоем плыть веселее». И полетел кораблик дальше по реке. Увидел кораблик утенок, поплыл за ним, еле догнал. «Возьмите меня с собой», — говорит, «мне вон туда надо, в камыши, меня там мама ждет». «Не возьмем», — чирикнула птичка, «ты и сам доплыть можешь». «Но возьмите, пожалуйста, я маленький, я устал», — просит утенок. «Ну, садись», — согласился зайчик, «отвезем тебя к маме». Плывет кораблик дальше, быстро плывет. Увидела кораблик лягушка. «Ква-ква-ква! Ну и дела! Корабли по реке пустили! Квапитан, квапитан, проквати на корабле!» «Нет, нет!» — закричали птичка и утенок. «Нам и так уже тесно!» «Ну, проквати!» — квакает лягушка. «Никогда на кораблях не плавала. Всю жизнь мечтаю». «Ну, как тут откажешь?» Разрешил капитан лягушке на корабль запрыгнуть. Поплыл кораблик дальше. Медленно плывет, еле-еле. Пассажиры недовольны. Что случилось? То летел под всеми парусами, а теперь еле ползет. Вдруг видят, рыба хвостом машет, рот открывает, а слов не слышно. «Она, наверное, подтолкнуть нас хочет», — сказала птичка, «чтобы мы плыли быстрее». Тут все как закричат рыбе: «Толкай, толкай!» Обрадовалась рыба, стала на палубу взбираться. Она ведь тоже прокатиться хотела. Просто ее язык рыбий никто не понял. Накренился кораблик, стал тонуть. Пассажиры кричат рыбе: «Не трогай кораблик! Куда лезешь? Плыви сама, не мешай!» А рыба, знай себе, на кораблик лезет. Хорошо, что Ванечка рядом был. По берегу шел, за корабликом смотрел. Спас мальчик зайку, а остальные сами выбрались. Вот только кораблик утонул. Ну ничего, Ваня для зайки новый кораблик построит.